Сейчас мы въехали в Рудольштадт и поднимемся на холм к замку Хайтексбург. Замок Хайтексбург. Бывшая резиденция князя Шварцбург Рудольштадтского. Расположена на вершине 60-метрового холма в городе Рудольштадт, Тюрингия. Первой постройкой на этом холме была крепость, которая принадлежала графам Орламюнде и была построена в XIII веке. Впоследствии в 1334 году крепость перешла во владение графом Шварцбург. Сегодня во дворце располагается Тюринский музей Хайтексбург и Тюринский государственный архив Рудольштадт. Здесь же расположена штаб-квартира фонда Тюрингских дворцов и садов. К сожалению, посещение музеев из-за пандемии невозможно. В 1573 году крепость сгорела. И на ее месте был построен дворец в стиле Ренессанс. Однако в 1735 году этот дворец тоже сгорел. Уцелели некоторые части дворца, и они были сохранены и включены в состав нового дворца. В 1737 году начались строительные работы по возведению новой резиденции в стиле барокко.
холма открываются прекрасные виды на город Рудольштадт и окрестности. Здесь после дальних дорог отмывали лошадей и уже чистыми отводили в конюшни.
А это уже сами конюшни.